Алло. Надежда Говорите. Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, интернет-магазин зоотоваров thezoo.ru. Ага. Вы покупали в нашем магазине машинку для стрижки шерсти. Я да. звоню поинтересоваться, в порядке ли товар, есть ли вопросы. Ну, в общем-то, все хорошо. Единственное, что хочу сказать, просто, так сказать, поделиться, что для пуделя все равно это только стрижка морды и лап, то есть никакие насадки тут не берут эту шерсть пуделиную. Но я как бы не имею претензий, потому что я знаю, что шерсть такая ватная, и не знаю, что с ней должно быть. Как ее стригут машинками, эту шерсть, понятия не имею. То есть я всегда ножницами стригу одного пуделя, стригла и второго так. А морда лапы, очень я довольна. Хорошо все. Понятно. А вы для выставок стараетесь? Нет, нет. Понятно. А скажите, пожалуйста, а мы расширяем ассортимент кормов, интересуемся, чем пользуются наши покупатели? Вот я вообще использую корм для своего пуделя Royal Canin для чувствительного пищеварения. Потому как есть, вот, ну, видимо, искусственно выведенная собака, она, конечно, видимо, проблемы есть у нее какие-то. Поэтому вот... Пробовала я из Хилса, там какие-то, не помню, корма, не пошли нам, то есть они слишком жирные. А вот роялка не для чувствительного пищеварения, нравится мне. Хорошо. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо еще вам вот, большое. Как бы последний вопрос. А почему выбрали наш магазин? А чисто случайно. Просто смотрела по машинкам отзывы и увидела, по-моему, отзыв, что вот именно керамический нож, что машинка именно может быть без провода использоваться. Чисто случайно. И понравилось то, что работал заказ через обратный звонок. По-моему, звонок был обратный. И платеж при получении товара. То есть это тоже очень важно для меня, нежели оплатить изначально, а потом ждать. Ой, спасибо большое за развернутый отзыв. А еще я бы даже написала где-то, но не знаю где теперь, не могу я найти вас просто-напросто. А скажите, вот у нас почтовый ящик указан K-68-237. Это мое. Собака planet.a.ru, да? Наверное, мое. А мы просто обычно на почтовые ящики высылаем. Ну, видимо, вот, я, извиняюсь, не пользуюсь, видимо, я им, то есть не читаю, что ли, я не знаю. Ну, возрастная, потому что я, видимо, не совсем я как бы в этом. Ну, я как бы хотите, я могу вам продиктовать название сайта, вы можете записать. Я сейчас не могу, видите, потому как я нахожусь вообще на улице, мне записать невозможно. Если вам не трудно, вы можете смс-кой сбросить мне вот сюда. Все, возможно, хорошо. Такое? Вот, хорошо. Я буду благодарна. Спасибо большое. Ой, и у меня еще такой вопрос последний. Вы разрешите запись нашего разговора, ваш положительный отзыв выставить на нашем сайте? Пожалуйста. Можно запись поставить? Конечно, да? Конечно. Я говорю, что я хотела даже написать, как бы, но видите, я потеряла, то есть, где вас найти-то. Пожалуйста. Не спасибо вам огромное, Надежда Григорьевна. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Жду от вас.